Я мастер тьмы, бойтесь меня! Огнедо! А, привет, Ив! Куда? Куда? Петух настоящий? Да, конечно. Я нет, он такой красивый. Смотри, какая прелесть. А, неужели все они могут быть... Монстры! Стоп! Все, хватит. Тест окончен. Кто знал, что все они могут быть так опасны? Да, ничего себе! Мы вполне могли стать жертвами этих милых существ! У меня нет бойфренда! Надеюсь, ты усвоила этот урок. А разве Ин должна знать, что свиньи могут летать, если ей нужен парень? Нет, но она должна знать, что внешняя красота не всегда соответствует внутренней. Честно говоря, я немного перестарался с летающим поросенком. Сколько симпатичных парней. Может, кто-нибудь полюбит меня? Сейчас, жди. А может, это один из них? Привет, я Брэд. Если вам не повезло, придут на помощь инь-янь-йо. Ин знает, как магию применять, а Яню сноровки и силы не занимать. Я бью! Я колю! Ла-ла-ла! Времени даром они не теряют. Мастер Йо их всему обучает. Иду, мама! Инь-янь-йо. Автор идеи Боб Бойл. Какой странный запах! Интересная любовь. Режиссеры Тед Кольер и Джон Фонтейн. Автор сценария Айдреа Тен Бош. Привет, я Брэд. Какие глаза, какие ноги, волосы. Эти уши слышат все, что ты говоришь. О, прости. Если вы покажете мне несколько приемов, я с удовольствием сделаю пожертвование школе в Уфу. Заходи. Первый урок – левитация. Я думала, нельзя зарабатывать деньги на вуфу. Мы не зарабатываем. Это пожертвование. Совсем другое дело. Давай, брат, попробуй. Прошу прощения. Вуфу требует силы и тренировки. Но я благодарю тебя за пожертвование. Брат, ты уже уходишь, а? Да, но я хотел пригласить тебя. О, я опять в дураках. Они встречаются. Ладно, жду тебя в 8. Считайте, я потерял сестру. Нужна новая. У меня свидание. Это невероятно! Он интересуется магией и пригласил меня на свидание! Свидание, 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 свидание! Он пригласил меня, ясно? Когда это кончится? Не знаю, но ты должен везде сопровождать ее. Я пойду в банк, пока он не передумал. Опять я промазал. Кассир. Надеюсь, он не отменил чек. Если не вышло сразу, надо попробовать еще. Отлично. Желаете фото на память? Простите, хочется выглядеть еще лучше, если это возможно. Странно.
странно, когда он толкнул меня, я почувствовал слабость. Знаю, это мечта. Чудесный день, Брэд! Прости, ничего, что я обняла тебя? Конечно, иначе это выглядело бы как зловещий заговор. Пойду куплю содовой. Никуда не уходи. Какой ты скользкий, верно? Ты хочешь сказать, он совершенство, так? Он какой-то подозрительный. Я не верю ему. Он просто помесь пуделя со слоном, а ты потеряла голову. Да, с ней сейчас бесполезно говорить. Пойду в туалет. Да, твой план работает, босс. Ин влюблена по уши. Думаю, как только я ее поцелую, я буду вполне способен... Способен на что? Смотри, что это там? Где? Сейчас бы холодненького лимонаду. Конечно, на кухне есть. Сейчас я принесу. Да, неси, дорогая. Эй, там никого не было. Ты наврал мне. Да, я вру тебе весь день, понял? Я люблю Ин, потому что она моя сестра, но я не обязан любить тебя, и ты мне не нравишься. Да? Что же будем делать? Это ты звякнул. О, ты молодец, но и я не хуже. О, да. Тебе послаще? Да. Они играют. Я знала, что они подружатся. Кто это звякнул? Если он отлично дерется и не любит Ин, что совершенно ясно, почему он торчит здесь? А, эти глаза, эти ноги, волосы. А, понятно, почему Ин влюбилась в него. Это ловушка. О, у меня голова трещит. Так хочется кого-нибудь отлупить! Как романтично, правда? Очень романтично. Ты счастлива, дорогая зайка? Эй, а ведь ты действительно зайка! А не смей! Эй, прекрати! Это будет мой первый поцелуй. Мне надоело твое постоянное присутствие. А мне... Надоело твое постоянное вранье моей сестре! Что ты хочешь сказать? Ин, эти глаза! Волосы! Эти ноги! Он все это взял у тех парней! Он прав! О боже! Ты лучше всех на свете! Ин, нет! Я слабею? Неужели это и есть любовь? Нет, нет! Это справедливая месть! Я прав! Ну, наконец! Я не понимаю! Вы думали, что избавились от меня, верно? Я исчез не навсегда. Я был не нужен вам, а кому-то я пригодился. Меня сделали могучим роботом вот с такими руками, и я использовал энергию Вуфу, чтобы стать настоящим. Я думала, ты любишь меня. Брэд любил. Но Брэд уже не существует. Давай, сестра, пора проучить его! Сестра? Ты был прав. У меня никогда не будет бойфренда! Это неправда. Я хотел подразнить тебя. Я не верю, что ты любишь ее. Ты всегда говорил, что у нее не может быть бойфренда. Смотри! Поросенок может подтвердить это. Энергия огня! Да! А я был неправ. Она умнее меня, но это еще не все. Она очень красивая. Я понимаю, она достойна лучшего парня, чем ты. И когда мастер Йо вернется, он надерет тебе задницу.
Он не скоро вернется. Думаешь, я дал ему настоящий чек? Не совпадают данные. Я самый глупый панда на свете. Прощайте, буфушки. Отойди от моего бойфренда, Янь. О, Як, пусть это была ловушка. Я очень хочу быть с тобой. Ты? Правда? Конечно. Теперь, когда я узнала, кто ты, я хочу еще крепче обнять тебя. О, я слабею. А, ты обманула меня. Да, я давно все поняла. Прощай, идиот! Энергия боли! Неужели это была ловушка? Неужели это был фальшивый чек? Ладно, это был хороший урок. В следующий раз я буду принимать пожертвования только наличными. Если я еще раз встречу этого подонка, я разорву его на части, будь он робот или... Ты все это сказал обо мне? Я не ошиблась? Да, можешь сослаться на меня. О-о-о-о. Почему Янь засыпает? Значит, любовь утомляет? Даже к своей сестре? Конечно! Надо беречь их! Золотой Понскюм. Режиссеры Марк Эклунд и Джон Фонтейн. Авторы сценария Марти Айзенберг и Сип Вентрес. Думаешь, мы довезем его, Янь? Давай, тяни, сестра! Мы должны доставить это мастеру Йо, как бы трудно это ни было для тебя! Что? Я расписался за него, и вообще я помогаю. Просто была вечеринка. Отлично повеселились. Вечеринка? Где? А, вы не знаете? Ну, ничего себе. Вы совсем обалдели со своим вуфу. Да, мы изучаем вуфу. Смотрите, что я умею. Замечательно. А вообще все это просто ерунда. Когда мы закончим учебу, мы станем самыми могучими воинами вуфу в истории. Не чета этим рикшам. Фу! Безобразная смесь богатства и безвкусицы. Перевожу. Ужас! Мастер Йо всегда говорит нам, все, что ярко блестит, глаза слепит. Перевожу. Точно! Давай заносить в дом! Эх. Что? Эх, какая здесь близкая красота! Мне сразу это нравится. Я что-нибудь надо покупать. Вы поняли меня? А? Нет, не совсем. Господин Понскюм? Не Понскюм, а Понскюм. Разве не видно две точки на ду? Это есть умляут. Я есть швейцар. То есть из Швейцарии. Я есть из Цюрих, я есть швейцар. С вами приятно иметь дело. Наконец-то. Я ждал его много месяцев. Неужели это телевизор с плазменным экраном? Да. Правда? Нет. Это новое уникальное приспособление для глубокого расслабления. А вы говорили, все, что ярко блестит, глаза слепит. О, так это для вас, но не для меня. Практика в Уфу требует полноценного расслабления. 12-часовая медитация очищает сознание и омолаживает тело. Если есть вопросы, задавайте сейчас, а то я буду... Привет, мастер Йо. Я Робин. Я очень-очень богата, но так одинока. Под ключки. А что мы будем делать эти 12 часов? Пока ты раздумывала, что мы будем делать, я сделал вот что. Вечеринка в школе дзюдо. Вечеринка? У нас? Без разрешения мастера Йо? Вот тебе и разрешение. Мы постараемся не шуметь. Это уже не вечеринка. Ладно, ты готовь пунш, я раздам приглашение и вычищу ковры. И приберусь в комнате. Неужели это пахнет кресло? Ах, какая блеск и красота! О,
Золотое кресло. Наконец, у меня будет достаточно золота, чтобы вооружить всю свою армию. Я сделаю это. Я сказала все это без акцента? Конечно. Вы выдали себя. Ой, как плохо. Теперь мне обязательно нужно попасть в школу Цюто. Сегодня у нас вечеринка. Приглашаются все. Ага, отлично. Конечно, это будет самая лучшая вечеринка. Объявляю, вечеринки не будет! Мастер Йо сейчас отдыхает, он спит. Я выиграл, плати мне! А вот и мы! Простите, немного задержка. Я Понскюм. Я вести вечеринку. Уже начать танцы. Прошу вас развлекаться. А это что еще за чудо? Это твой друг? Нет, какая разница? Ну, начнем! Смотри, он буквально закован в золото. А какой грациозный, нет? Ревнуешь, Ин? Ин, привет! О, как она ревнует! Ничуть! Дрянь! Он отвечает: не суй свой нос, куда не спрос! Эй, ты, капитан Хилариус, можно тебя? Да, да, подожди, дай мне оттянуться. Ты не боишься разбудить мастера Йо? Нет, он крепко спит. В чем дело? Эй, отпустите панду! Извиняй меня, я должен заканчивать, ты понимай меня? Нет. Отлично, всех пою! Я могу ударить леди? Посмотри на них, они не леди. Тогда нет вопроса! Не могу. А я думал, это лучший вечер в моей жизни. Популярность — жестокая штука. Сейчас я раскалю тебя. Ну все, быстро уходим. О нет, Янь. Понятно, почему они завалились сюда. Ха, ладно, им это так не пройдет. Ну и ну, миллион складов. Попробуй угадай, какой нужен. Это несложный вопрос. Ты умеешь это. Вот этот! Какой большой золото! Я хотел переделать его в оружие. Я хотел создавать большой легион солдат. Я буду плавно командовать ими. Так, даже я ничего не понял. Я и один я. Я вижу, вы опять взялись за свое. Бросай его на конвейер. Он собирается переплавить мастера Йо в оружие для своей армии. Что делать? Отвлеки их. Я остановлю конвейерную ленту. Чик-тум-па! Чего ты ждешь? Уже пора покончить с ним. А? Вообще-то, я занят сегодня. Воины! Эй, где мои воины? Похоже, я один выбираться из этой переделки. Если бы я знал, что ты сказал, я бы испугался. Ка-шизи-ма-хизи-кут-изи. Янь, помоги! Я пока занят здесь!
Берегись, малыш, тебе не устоять перед моими блестящими клинками. Минуту! Все, что ярко блестит, глаза слепит. Фульминация! Янь, закрой глаза! Ничего не вижу. Янь, конвейер! Молодец, брат. Думаешь, победил? Ошибаешься! Я уничтожу тебя! Но сначала принесите мне большой стакан воды, пожалуйста. Все сюда! Ловите рыбку! Эй, посмотри на меня! Кто сильнее, мы или твое золото? Отлично поработали! Мы избавили всех от этого негодяя, а мастер Йо так ничего и не узнал. Доброе утро, ученики! С вами ничего не случилось? Нет! Кое-что! Вы попали в беду! Пустяки! Композитор Майк Тавера, продюсер Тони Филлипс.